Наш разговор о языке C++ как языке объектно-ориентированного программирования мы начнем с центрального понятия этого языка, с понятия класса. С понятием класса неразрывно связан принцип инкапсуляции, как один из центральных принципов объектно-ориентированного программирования и дизайна, который гласит о том, что класс представляет собой одновременно открытый интерфейс, через который к этому классу могут обращаться иные элементы программной системы, и закрытую или скрытую реализацию того поведения, которым обладает класс. Такая дуальная природа класса является очень значимой для архитектурного рассмотрения сложных программных систем, на котором мы будем делать наибольший акцент в объектно-ориентированной части нашего курса. Соответственно, уже сейчас мы не будем детально рассматривать синтаксис конструкций, связанных с определением и использованием классов, и если у вас есть какие-либо сложности, связанные с применением подобных конструкций, мы предлагаем вам проработать эти вопросы прежде, чем двигаться дальше. Мы же с этого времени будем рассматривать класс как совокупность интерфейсов и реализаций. Под интерфейсами мы будем понимать ту совокупность запросов, которые можно направлять в адрес класса как программного элемента и на выполнение которых мы можем рассчитывать. В определенном смысле класс становится небольшим сервером, который обслуживает любых клиентов, которые знают о том, с какими запросами можно обращаться к этому классу и как правильно это делать. Вопрос о том, как правильно обращаться с тем или иным запросом к классу, это вопрос знания имени метода, открытого для обращения со стороны иных программных элементов. Таким методом может быть как открытый public метод, так и защищенный protected метод, а также знание набора параметров этого метода, то есть знание сигнатуры метода. По сути, совокупность всех открытых методов с их сигнатурами как раз и образует интерфейс класса как абстрактного типа данных, который участвует в различных взаимодействиях со своими соседями в рамках нашей программной системы. Что же касается реализации, то она остается уделом самого класса, программиста, который разрабатывает этот класс, и может меняться по мере эволюции программной системы. С этой точки зрения можно сказать, что интерфейс – это более статичная часть класса, которая определяется единожды и далее, как правило, не меняется. Что же касается реализации, то это более подвижная часть класса, которая может перерабатываться и модернизироваться независимо от интерфейсов. И именно в этом, а не в чем ином, и заключается основная архитектурная ценность принципа инкапсуляции. Кроме того, любой класс необходимо рассматривать как программный элемент, имеющий определенную зону ответственности. Мы в очередной раз обращаемся к понятию ответственности в программной архитектуре и на сей раз делаем это с максимальным приближением к вопросу.
Ответственность класса – это тот набор задач, который мы поручаем решить этому классу. Ответственность класса можно определить по совокупности его методов, формирующих интерфейс. Одним из основных правил удачного объектно-ориентированного проектирования и хорошего объектно-ориентированного дизайна является правило единственной ответственности каждого класса как участника системы. Такой принцип, известный как принцип SRP, Single Responsibility Principle, мы будем еще неоднократно упоминать в нашем курсе как одно из основных мерил качества объектно-ориентированной архитектуры программной системы. Язык C++, конечно же, не является чистым языком объектно-ориентированного программирования. Для подтверждения этого тезиса достаточно сказать, что язык не запрещает использовать глобальные функции. Более того, главная функция программы main все равно не инкапсулируется в какой-либо класс. Тем не менее, умело спроектированная объектно-ориентированная система на языке C++ выглядит как совокупность абстрактных сущностей, классов. Возникает вопрос, что понимать под классом в такой объектно-ориентированной системе, и ответ определяется тем, рассматриваем ли мы класс в узком или широком смысле. С точки зрения языка и его грамматики, классом является только такой пользовательский тип данных, который описан с использованием слова «класс». Такой тип данных мы будем называть классом в узком смысле. Классом в широком смысле мы будем называть любую абстрактную сущность, которая введена в целях создания объектно-ориентированной архитектуры системы и реализуется как тип, являющийся классом, объединением или структурой. В действительности, между структурами и классами в C++ гораздо больше общего, чем различий. На протяжении нашего курса мы будем неоднократно видеть структуры, выступающие в роли классов в широком смысле. Мы будем видеть иерархии структур, структуры с конструкторами и деструкторами. В связи с этим различать структуры и классы с архитектурной точки зрения по большому счету не обязательно. О классах в узком смысле мы, конечно, будем говорить в нашем курсе, но не так много, как вы могли бы этого ожидать. К вопросу о том, какой вариант класса в широком смысле использовать для моделирования тех или иных элементов предметных областей и решения реальных задач, мы вернемся под занавес курса. Пока же отметим одно значимое обстоятельство. Примеры кода, которые мы будем иллюстрировать, максимально близки к промышленным реализациям, довольно часто будут заимствованы из промышленных библиотек, либо специально переведены из классов в структуры, для того, чтобы приучить вас мыслить наиболее общими категориями, а также упростить саму структуру примеров,
поскольку примеры, основанные на структурах, как правило, выглядят менее тяжеловесными. Одним из самых таинственных для начинающих программистов элементов объектной модели языка C++ является указатель this. Для проверки этой гипотезы достаточно спросить о том, какой тип имеет этот указатель. И многие программисты, делающие свои первые шаги по изучению и использованию C++, наверное, затруднятся дать точный и исчерпывающий ответ. Тем не менее, в указателе this нет ничего таинственного. Этот указатель формируется компилятором неявно и предоставляется всем нестатическим методам класса. При этом передача этого указателя в такой нестатический метод происходит через механизм формальных параметров. Иначе говоря, в любой сигнатуре нестатического метода класса всегда неявно присутствует еще один параметр, в котором и содержится значение указателя на тот экземпляр класса, в отношении которого данный вызов осуществляется. Параметр, соответствующий указателю this, всегда занимает самое первое или, если угодно, нулевое место в списке фактических параметров нестатического метода класса и потому пользуется определенной привилегией. Привилегия заключается в том, что оптимизирующие компиляторы помещают первые параметры любого метода на регистры процессора, пытаясь ускорить процесс их передачи. Дело в том, что объем такого ресурса, как свободные регистры процессора, пригодные для передачи значений определенных типов, весьма ограничен. И больше того, в одних операционных системах, а именно в системах семейства Microsoft Windows, он еще более ограничен, чем в других системах семейства Linux. По этой причине занимать еще одно место параметром, требующим передачи через регистр, вообще говоря, нежелательно. Однако избавиться от такой реализации модели своими силами мы не можем, что заставляет нас тщательно взвешивать то количество параметров, которые мы хотим передавать через сигнатуру метода. Вообще говоря, в связи с рассмотрением указателя this и связанного с ними вопроса о передаче параметров через регистры процессора, следует сказать, что эта оптимизация является очень удачным решением, очень удобной и важной, однако заставляет ограничивать количество параметров с тем, чтобы передача их действительно происходила максимально эффективным путем, до 6, 8, 10 значений в зависимости от типов и используемой целевой программной платформы. В дополнение к сказанному на нашем слайде вы можете найти ответ на вопрос о том, какой же тип имеет указатель this. Что касается контекстов использования самого указателя, то их достаточно немного. Тем не менее, указатель this совершенно равноправен с любыми указателями на экземпляры соответствующих классов и допускает все разрешенные для таких указателей операции, включая сравнение на равенство, неравенство, разыменование и передачу как результата работы метода. Завершая наше неформальное введение в классы в языке C++, необходимо отметить то, что в языке C++ по сравнению с языком C появились новые синтаксические конструкции,
которые имеют статус областей видимости. Одна из таких конструкций – это пространство имен, познакомиться с которыми мы вам рекомендуем самостоятельно. Вторая же конструкция, которая является предметом детальнейшего нашего рассмотрения – это класс. Таким образом, можно сказать, что с архитектурных позиций класс – это совокупность интерфейсов и реализаций алгоритмов, то есть поведения, а с программной точки зрения класс – это самостоятельная область видимости. Классы как области видимости могут вкладываться один в другой, а также содержать различные элементы, начиная от привычных атрибутов и методов, заканчивая вложенными классами и определенными внутри них типами данных и синонимами для тех или иных типов данных. Как многие из вас знают, конструкторы и деструкторы предназначены для создания и уничтожения экземпляров класса. За кажущейся простотой этого утверждения скрывается множество нюансов, с которыми мы с вами попробуем разобраться. Особенно актуальным это становится в связи с расширением спектра конструкторов в диалекте C++11. Конструкторы и деструкторы совместно называются специальными методами класса. Конструктор отвечает за подготовку, в определенном смысле за форматирование того участка оперативной памяти, который будет использоваться для размещения данных соответствующего экземпляра. Конструктор способен захватывать необходимые для функционирования экземпляра класса ресурсы, будь то ресурсы памяти, ресурсы файлов, ресурсы таймеров или подключений к базам данных. Задача деструктора заключается в освобождении тех захваченных экземпляром ресурсов, которые не были им освобождены ранее. С учетом этого становится очевидной еще одна крайне важная с архитектурных позиций идея. Идея ответственности, которая распространяется не на класс в целом, а на отдельные его методы, независимо от того, являются они специальными или обычными методами этого класса. Ответственность конструктора заключается в подготовке участка оперативной памяти и предоставлении экземпляру необходимых для его работы ресурсов. Ответственность деструктора заключается в передаче этих же ресурсов в пул свободных ресурсов приложения или системы. Еще один нюанс, связанный с вопросами работы с оперативной памятью, заключается в порядке вызова операций new и delete относительно моментов вызова конструкторов и деструкторов. При создании экземпляра класса сначала выполняется операция new. При ее успешном выполнении выполняется конструктор класса. При уничтожении экземпляра класса сначала выполняется его деструктор или деструкторы, а затем выполняется операция delete. Простейшей, а потому принятой по умолчанию стратегией инициализации или копирования экземпляров классов является почленная инициализация и почленное копирование соответственно. В том случае, если такая логика формирования экземпляров классов нас не удовлетворяет,
мы вынуждены предпринимать специальные меры и создавать собственные реализации основных специальных методов класса, а именно конструктора копирования и перегруженной операции присваивания. Еще одной важной особенностью конструктора, которая обязательно пригодится нам при детальном рассмотрении логики их работы, является двухфазная организация процесса выполнения конструктора. Любой конструктор, как часть исходного кода, состоит из своего заголовка и тела. Между заголовком и телом конструктора может размещаться необязательный список инициализации атрибутов. Список инициализации атрибутов экземпляра класса, если он присутствует в определении конструктора, выполняется первым. И только после того, как весь список инициализации будет обработан, выполняется тело конструктора. Структура, как вариант класса в широком смысле этого слова, допускает подчленную инициализацию. Суть такого подхода к инициализации заключается в последовательном перечислении начальных значений всех атрибутов, входящих в состав структуры. Аналогичный прием может использоваться и в отношении классов, только для допускающего такую инициализацию класса должно действовать то же ограничение, что и для структуры. Все его члены данных или атрибуты должны быть открытыми. Синтаксически такая инициализация не вызывает особой сложности. Какие же плюсы и минусы она имеет? В пользу инициализации без конструктора говорит эффективность такого решения. Действительно, присваивание начальных значений атрибутам такой структуры или класса не требует вызова специального метода, а значит не сопряжено с накладными расходами на передачу параметров. В то же время почленная инициализация без конструктора компрометирует состав класса, поскольку ни о какой инкапсуляции в таком случае речи быть не может. Наконец, подход, связанный с почленной инициализацией, крайне чувствителен к изменению порядка следования элементов, как в составе тела, класса или структуры, так и в составе списка инициализирующих значений. Рассматривая класс как сервер, можно сказать, что простейшим способом создания его экземпляров с точки зрения клиентов является работа с конструктором по умолчанию. Конструктор по умолчанию, как следует из его названия, не имеет параметров вообще, либо каждый его параметр имеет значение по умолчанию. Ценность конструктора по умолчанию, который имеет параметры, сопровождаемые значениями по умолчанию, заключается в том, что тем самым мы сокращаем количество конструкторов в составе определения класса. А чем компактнее определение класса, тем удобнее такой класс в сопровождении и развитии, и тем меньшее число ошибок мы можем совершить при его написании. В подтверждении тезиса о простоте синтаксиса определения конструктора по умолчанию приведем прототип конструктора для структуры sample.
наличие или отсутствие конструктора по умолчанию является важным фактом микроархитектуры приложения. О том, какую мысль можно передать исключением конструктора по умолчанию из определения класса, мы скажем позднее. А пока приведем пример ситуации, в которой конструктор по умолчанию обязателен. Такой ситуацией является применение класса совместно с каноническими массивами и тем более с контейнерами библиотеки STL. В случае, если класс не имеет конструктора по умолчанию, его нельзя использовать в контейнерах stdVector, stdList и других. Отсутствие в определении класса конструктора по умолчанию и одновременное присутствие конструктора с параметрами делает передачу параметров в конструктор класса обязательной. В случае, если ни конструкторов с параметрами, ни конструктора по умолчанию в определении класса нет, то память, выделяемая для нужд хранения экземпляра в оперативной памяти, никак не инициализируется. Конструктор в этом случае все равно создается. Его для нас формирует компилятор, и такой конструктор называется неявно сгенерированным конструктором. О неявно сгенерированных конструкторах мы поговорим позднее. Пока заметим лишь то, что результатом работы такого неявно сгенерированного конструктора является следующее. Память, выделенная для атрибутов целых, вещественных, логических, символьных типов указателей и иных базовых типов языка C++, не являющихся классами, инициализирована не будет. Для атрибутов, являющихся экземплярами соответствующих классов, будут вызваны конструкторы по умолчанию. Это утверждение не распространяется на экземпляры, имеющие статическую продолжительность жизни, которые, как известно, готовятся перед передачей управления функцией main, и память под ними принудительно обнуляется. Рассмотрим в качестве примера класс, содержащий конструктор с параметрами. Обратите внимание на то, что предложенный конструктор с параметром имеет не только тело, но и список инициализации значений его атрибутов. Список инициализации размещается между заголовком и телом конструктора. Тенденция, наблюдаемая в современном C++ программировании, заключается в том, чтобы делать тело конструктора наиболее компактным и по возможности пустым, перенося основную нагрузку в список инициализации атрибутов. О том, почему это так, мы скажем позднее, а пока обратим внимание на тот факт, что для структуры sample решить эту задачу полностью удалось. Тело конструктора структуры sample является пустым. Обратим теперь наше внимание на способы инициализации переменных, представленные в нижней части данного слайда. Конструкции в общем случае идентичны. Они приводят к одному и тому же результату. Каждая из трех создаваемых переменных типа sample инициализирована, и ее единственный атрибут имеет значение 10. Тем не менее, определенные нюансы есть в каждом из трех определений переменных. Переменная sample 3 может быть инициализирована целым только при условии, что это целое является единственным фактическим параметром конструктора
принимающего параметра. Различие между конструкциями для инициализации переменных sample1 и sample2 является более тонким. Переменная sample1 инициализируется числом 10, которое подается как фактический параметр на вход конструктора этой структуры. Конструктор структуры вызывается, значение 10 оказывается на месте хранения атрибута этой структуры. Такой способ инициализации известен как прямая или непосредственная инициализация Direct Initialization. Переменная sample2 инициализируется иначе. Для инициализации sample2 может осуществляться копирование безымянного объекта типа sample, инициализированного значением 10 по методу прямой инициализации и сформированного как результат вычисления выражения, находящегося в правой части инициализирующей конструкции. Данный безымянный объект подается на вход неявно сгенерированного конструктора копирования структуры sample, после чего осуществляется почленное копирование значений атрибутов этой структуры. Атрибут у этой структуры всего один, но семантика почленного копирования все равно сохраняется, поскольку явного конструктора копирования у структуры sample нет, то конструктор копирования будет создан компилятором неявно, и именно этот неявно сгенерированный конструктор осуществит почленное заполнение атрибутов структуры sample2. Такая стратегия инициализации известна как инициализация с копированием или копирующая инициализация copy initialization. Определение массивов объектов принципиально не отличается от определения единичных экземпляров классов. В частности, для классов, конструкторы которых принимают только один параметр, можно использовать следующий синтаксис одновременной инициализации ряда объектов. Для инициализации объектов, требующих несколько параметров на передачу в конструктор, можно использовать синтаксис, который приведен ниже. Обратите внимание на то, что количество инициализирующих выражений на одно меньше, чем декларированное количество элементов массива. Для массива из 5 элементов мы используем только 4 инициализирующих выражения. Это означает, что последний элемент массива array2 будет заполнен путем вызова конструктора класса sample по умолчанию. Иными словами, определение инициализирующего выражения для предпоследнего элемента также является, вообще говоря, избыточным.